Здравствуйте, друзья. Вы видите, американцам предлагают водку столичную за 16 долларов бутыляка. Вот бутыляка. 16 долларов, а так была бы 18. Друзья, пока вы еще дома и не приехали в США, я думаю, у вас она стоит дешевле. Вы можете набраться как следует, чтобы в Америке уже не хотелось. А вот это, друзья, так называемый драконовый фрукт. И если вы думаете об иммиграции, то я не знаю, Свет, как ты считаешь, стоит вот такой драконовый фрукт кушать до иммиграции или дождаться приезда в США? Я что-то не понимаю цимуса в этом драконовом фрукте. Он выглядит красиво очень, да. А на вкус я даже не помню какой. Друзья, оставим это все драконом. Да, я даже не помню какой он. Я помню, что мы ели его, но да. Поскольку впечатление не осталось, не поняли ничего. Видимо, ничего такого там. Да. И, конечно, друзья, не пройти мимо наступающего праздника Хэллоуин, который со всех площадок посмотри, бьет тыквами сюда в сознание трудящихся. Оранжевые, желтые. Да, друзья. Полосатые. Капитализм, безусловно, создает больше вариантов тыков. Особенно там, где такие праздники есть, как Хэллоуин. А вон еще маленькие одноцветные, покажи. 3 на 12. Слушай, 4 доллара штучка, ничего себе. Это не чтобы так кушать, это просто декоративные. Это декоративные. О, давай посмотрим, давай. Тут уже и кукурузки какие-то. Да, ну тоже посмотри, какие красивые. Мама родная. Я не думаю, что это кто-то съесть может. Нет, это не оно, есть. Оно твердое, как камень. Как камень. Это для красоты все. Так. А вот смотри, какие. Боже, а что за фрукт? Я думаю, что даже не знаю. Да. Нет, не кукуруза явно, что-то еще. Непонятный фрукт, друзья. Но кукурузы какие-то. Вы видите, как готовится к Хэллоуину американец. Да. Простой. Ой, а вот смотри, видишь, американец. Вместо того, чтобы их вырезать, вот они, наверное, с прошлого года лежат такие уже поцарапанные. Света, не выдумывай. Ну, посмотри, какие они поцарапанные. Они с этого года, но уже поцарапанные. Я позитивно вот оцениваю так. Такую дрянь никто не хранит целый год. Все, друзья, с праздником!